Всем привет, это установочный центр PC-Auto. Сегодня у нас Citroёn C-Crosser 9 года. Значит, сегодня мы поставили сюда USB-адаптер Grom Audio. Ну, скорее всего, это уже даже, наверное, Bluetooth-адаптер, потому что он без поддержки USB. Штатная магнитола с Rockford'ом. Как это работает? Обычный CD нажимаем CD-Changer, удерживаем. AUX. Теперь у нас работает музыка с... Уже слышно. Уже слышно. Мобил паблиш, подведи с вами. То есть у нас идет уже музон. Музон дикий. Вот. Значит, работает кнопки на руле громче, тише. Возможно, работает переключение треков, но, наверное, оно просто ВКонтакте не работает. Вот так вот дисплей нам отображает, что это Bluetooth стрим. А, показывает даже группу, сори. А на телемона навели Korn? Korn Mass Hysteria. А это что-то еще. Scroll. Да хрен знает, что это такое. Вот так вот. Что-то перекосило. У тебя мобил зависло, интернет нет. Наверное, интернет отвалился. Ну, короче говоря, работает. Чего еще? А, да, была сделана розеточка под USB. Покажи, как выглядит. Где это? Это просто зарядник. Значит, Grom Audio BT3 поддерживает только Bluetooth и только AUX. AUX бардачок выведен.